Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Романова Светлана, и вы находитесь на моем канале «Твори добро». И сегодня я хочу поговорить о шалях. Хочу у вас попросить помощи, потому что мастер-классы я делаю для вас, и, конечно же, мне хочется сделать именно то, что вам нравится. Итак, в этом году я вам предлагаю связать две шали. Одна мини-шаль, небольшая шаль или полотенчик. И одна большая шаль. Я специально приобрела кауни, мою любимую шерсть эстонскую, очень тоненькую, для этого случая. Итак, я вам сейчас покажу на экране шальки. И ваша задача присмотреться как следует и выбрать, что же вам нравится больше. Итак, шаль клематис. Замечательный красивый цветок. Прекрасная шаль. Не менее прекрасная рябиновые бусы. Это гроздья рябины. Дальше шаль лира. Тоже прекрасная шалька. И еще на основе шали Кодама сделали две шали. Девочки переделали у нее кайму. Получилась одна шаль Шервуд, а другую не переименовывали и так и оставили гибридом Кодама Мариана, потому что у нее кайма от шали Мариана. Вот такие большие полукруглые шали. Очень красиво, выбор есть. И две мини-шали. Мини-шали, мне больше всего понравилась шаль шиповник. Она самая ажурная. Она настолько вот легкая и нежная. Мне очень понравилась эта шаль. Еще мне понравилось ананасовое удовольствие. Вот такие шали, я сейчас любуюсь на них и выбираю, что же сделать. Надеюсь, вы мне поможете с выбором. Буду ждать ваших ответов и комментариев. На этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До новых встреч.